Thank you.
Спасибо. Как тебя зовут? Дагни Педерсон. Вот беда. Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в карманах ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев. Ой, что вы! У меня есть кукла. Старая. Мамина. Раньше она закрывала глаза вот так. А теперь даже спит с открытыми глазами. Потому что у старых людей плохой сон. Я помогу тебе, Дагни Педерсон. Подарю тебе одну интересную вещь, но только не сейчас, а лет через 10. Ой, как долго. Понимаешь, мне нужно ее еще сделать. Разве за всю свою жизнь вы можете сделать только 5 или 6 игрушек? Да нет, я сделаю, может быть, за несколько дней. Такие вещи не дарят маленьким. Я не разобью и не сломаю. Вот увидите, у отца есть игрушечный кораблик из стекла. Я стираю с него пыль и ни разу не отколол даже маленького кусочка. Мне трудно сейчас объяснить тебе. Но ведь это так долго. Потерпи. Время летит быстро. Только помни, Дагни, что бы тебе ни говорили о жизни, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я верю.
Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсон. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца? Хагеру Педерсон. Он лесник. Наш дом совсем близко. Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот, стеклянный кораблик. Отец вам даст подержать его в руках, а? Спасибо. Уже поздно. Прощай, Дагни. Нежный ветер и раннее утро. От твоего голоса вздрагивает сердце. Да будет благословенно все, что радует тебя и заставляет задуматься. Thank you.
Thank you.
Агния сегодня в театр не пойдет. А ведь я же обещал. Ей надо отвлечься, забыться. А в театре куда ты ее каждый день водишь, одни драмы? Да и комедии теперь играет так, что не поймешь, комедия это или трагедия. Это верно. Но ведь сегодня день ее рождения. Ты посмотри на нее, бледная. Одни глаза остались. С тех пор, как она приехала к нам в Христианию, я замечаю, что она тает с каждым днем. Мой долг перед покойным братом поставить девочку на ноги. Ну, Магда, ты видишь, я делаю все, что в наших силах. Ее бы надо отдать учиться. Но науки и развлечения стоят денег. Хорошо, и щеголерка пустует в нашем театре. Ну что ты, Нильс, я тебя не упрекаю. Я только знаю, что в театр ей больше ходить нельзя. Вот и вчера после спектакля плакала в постели. Ведь она принимает на веру все, что происходит на сцене. Да, но театр на то и существует. О, Господи! Если бы у нас в кошельке было столько монет, сколько высоких мыслей в твоей голове. Что это за пароход там гудит? Куда же он плывет? Не знаю. Вот Нильс он тебе точно скажет. Нордернелли это из Копенгагена. Или шотландский певец из Глазго. Или Жанна Д'Арк из Бордо. Он их как-то по гудкам узнает. А, наверное, на пароходе, когда берегов не видно, кажется, что земли вообще нет. Нет, девочка. Земля есть всегда. Надо только очень хотеть, чтобы она показалась из-за горизонта. У наших рыбаков есть обычай. Первым сходит на берег тот, кто раньше других сумел увидеть землю. Ну, а даже если очень хочешь увидеть, а земли все нет и нет. Она непременно явится. Только надо уметь верить и ждать. Вот мы с тобой, наверное, Нильса не дождемся к столу. Пирог совсем остыл. Холодный пирог еще не значит невкусный. И у нас будет время в этом убедиться. А сейчас, дамы, мы едем в концерт. Ну-ка, собирайтесь быстрее, внизу нас ждет экипаж. Магда, подбери для Дагни что-нибудь подходящее для такого случая. Она должна выглядеть так, как будто идет на первое свидание. Девочка сегодня будет первый раз слушать симфонический оркестр. А музыка — это зеркало гения. Право, не знаю, что можно придумать. И это говорит
Это, говорит, моя жена, театральная портниха, на которой, можно сказать, держится театр. Ну-ка, примерь. Ты знаешь, Дагни, Магда ведь настоящая колдунья. Театральный костюм, в нем кроется колдовство. Один и тот же актер. Вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником. Завтра будет королевским шутом, а послезавтра пум-пум-пум-пум народным героем. А, чердачный Филосов, откуда ты взял деньги? А я заложил свои часы. Я так и знала, последний подарок твоего отца. Мой отец был мудрым человеком. Он знал, что они мне пригодятся. Ну зачем мне часы, когда каждый восход и закат стреляет пушка в порту? Этого вполне достаточно, чтобы не спутать день и ночь. О чем это вы там шепчетесь? Я говорю, красивая девушка должна выглядеть так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. Белые ночи она должна быть обязательно в черном, а в темные сверкать белизной своего платья. Очаровательно. Ты знаешь? Ты похожа на первый аккорд увертюры. Ну, едем. 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 Едем, едем. Это ты меня звал.
Повторите! Слушатели из последних рядов просят меня повторить. И так будет исполнено знаменитое произведение Эдварда Грига, посвященное дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен, по случаю того, что ей исполнилось 18 лет. Thank you.
спасибо за то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек. Спасибо.